приключения Василия Федоровича. Ребята, как я обещала, я встретил вашего любимого и моего блогера. Это Тильняшка. Тильняшка, привет! Приветик. Кстати, вопрос, Тильняшка, почему ты не в тельняшке? Потому что мой ник, он не от полосатой майки Тильняшки, а от имени моего любимого певца из группы Рамштайн, Тиля. О, Рамштайн, я знаю! Мута! Мута! Да, что-то такое? Да. А тебе, наверное, часто задают этот вопрос? Да, достаточно часто, но чаще мне задают вопрос, сколько раз Да, не, я не буду задавать вопросы, потому что принцессам не положено задавать такие вопросы. Ты очень красивая, у тебя замечательные волосы. Еще вопрос я вот всем задаю. Как ты думаешь, возможно стать самым популярным блогером Катхо? Ну, таких еще вроде бы нет, так что... Слышали? Все возможно. А, круто. И еще последний вопрос. Что ты ценишь в людях? В людях я ценю больше всего искренность. Круто. Доброту. И чтобы они поддерживали меня, а я в ответ поддерживаю их. И мы дружили. Замечательно. Пожелаю что-нибудь моим подписчикам. Ну что ж, подписчики этого замечательного котеночка, я желаю вам, чтобы вы были всегда позитивными, всегда улыбались и не разочаровывались ни в чем. И с вами всегда был позитив и удачи. Замечательно, мне очень понравилось. Спасибо. Пока-пока. Пока.